Доброе утро. Неплательщики скрываются от камер. Это первая квартира, в которую рано утром нагрянули судебные приставы. В Химках проводят рейд по должникам за жилищно-коммунальные услуги. Журналистов не пускают на порог. Некоторые якобы должники даже не в курсе. Квартиру снимают, а собственник не платит. Коммунальные платежи 330 рублей. Сколько? 330. Еще в одной квартире злостных неплательщиков не было, только сосед. А хозяева где? Они не ехали. Что за тараканы, насекомые бегают? Забученная была квартира. Размер долга внушительный, больше 270 тысяч рублей. Однако сумма значения не имеет. Если судебное решение уже вынесено, то визит приставов не заставит себя ждать. Если должника нет дома, приставы оставляют извещение. Дальше все зависит от неплательщика. Либо выйти на связь, либо встреча с правоохранителями состоится в принудительном порядке. К сожалению, вот по адресам, которые мы сегодня обошли и попали в помещение, имущество не было выявлено. Даже элементарные человеческие условия отсутствовали в некоторых помещениях, включая даже двери в санузлах. Если не оплачивать счета больше 3 месяцев, управляющая организация имеет право подать на собственников в суд. Только перед муниципальным предприятием ДЭС ЖКУ общая сумма задолженности жителей составляет уже больше 1 000 000 000 рублей. Чтобы не доводить дело до суда и общения с приставами, лучше заранее обратиться в судебно-претензионный отдел своей управляющей компании. Алена Беляева, Ксения Каретникова, Матвей Шинкаренко, служба новостей.